День, друзья. У нас что-то все хуже и хуже. Насколько известно, существует реальная угроза теракта на Запорожской АЭС в Энергодарі. На самом деле, одному Богу известно, что у них там на уме, какие приказы. Тут сложно судить, реально ли это угроза, реально ли подорвут атомную станцию там. Ну, насколько ясно, ее действительно как бы хотят привести в аварийное состояние. Охладители реакторов работают нормально при уровне воды в Каховском водохранилище 13 метров, а в Каховском водохранилище там уже воды толком нету, то есть она уже высушенная. Я вываживал видео, снимал в селе и в Никополе Каховское водохранилище. Там действительно критическая масса воды. Ну, не знаю, походу, если рванет, то эвакуация будет принудительная. То есть это по-любому придется выезжать. Прочитал новость, что на Воронцовке уже людям советуют выезжать в связи с риском подрыва атомной станции. Без воды сидим до сих пор тут. Такие вот дела. Всего хорошего вам.